кажется, это очень важный доклад и очень интересный, и очень сильный. И сила его в том, что он чрезвычайно подробный, и даже будничный отчасти, и даже немножечко такой доклад, я бы сказал, рутинный. А нам сегодня вот этой постоянной, необходимой, очень тонкой, очень такой дотошной работы с этой проблемой очень не хватает. Когда мы так работаем с такими тонкими материями, как национальные проблемы, когда мы так к этому подходим, это означает, что мы глубоко знаем эти вещи, и мы таким образом, волшебным, когда мы так с этим работаем, мы потом не обнаруживаем внезапно какие-то вещи, которые, опа, а у нас оказывается вот такие настроения. О, смотрите, а что это с нашими детьми? А что это у нас там такое? А что это за радикальные силы, которые уже грозят нам, в общем, дестабилизацией? Мне кажется, когда мы так работаем, мы тем самым уменьшаем базу, что очень важно, экстремизма в национальном вопросе. А далеко не надо ходить, чтобы глянуть через, вот, через один пролив, там, да, чтобы посмотреть, что бывает, когда люди на это не обращают внимания. Тот или иной национальный экстремизм, тот или иной национализм, в конечном итоге это большая такая история, которая что власти, что оппозиции в нужный момент страшно может пригодиться, когда они начинают решать те или иные политические задачи. И вот это искушение нам надо, если мы строим демократическое, гражданское общество, а мы его вроде как строим, мы вроде договорились об этом, да? Нам надо вот это иметь в виду и обязательно исключать в ходе нашей деятельности. Вот такой доклад, такие подходы, которые мы демонстрируем здесь, мне кажется, снижают вот эти риски. Почему? Да потому что тем самым, собственно, мы и саму базу изменяем. Когда мы начинаем с человеком работать, когда мы глубоко с ним начинаем работать на тему национальности, памяти, взаимодействия, то мы выясняем, мы его вытаскиваем из экстремальной его ситуации, в которую та или иная жизненная или иная ситуация туда затащила подчас. А если мы этого не делаем, а так в уме держим, к примеру, без национально окрашенных сил, вот таких, которые готовы гранатами бросаться, да, в случае чего, ни одна милая, замечательная, чудесная оппозиция никакой революции не произведет. Ей придется перекрестясь или там другим богам что-то там высказав, да, все-таки идти на поклон к националистам, чтобы они им подорвали, залезли на баррикаду, а потом, может быть, с Божьей помощью мы их оттуда как-нибудь отодвинем, затолкаем обратно в их норы. А вот не знаю, кто кого затолкает. Вот мне кажется, что когда мы делаем ставку на вот такие вещи, на гражданское общество, на то, что мы взаимодействуем вот так друг с другом, а самое главное, не только друг с другом, а с теми реальными вызовами, с теми реальными стратами национальными и иными, с мигрантами, с нашими собственными ребятами, с футбольными фанатами, в конце концов, когда мы с ними начинаем такую работу, мы уменьшаем риски, что со всех сторон. И власть ведет себя как-то, в общем, в рамках демократического процесса, и оппозиция, и революции меньше пахнет. А нам сегодня этот дым, честно говоря, не особо нужен. Вот, по-моему, вот тут все согласны.